Доброе утро, чекарячи, с вами Рунтик и Турбо. Сегодня мы продолжаем играть игру Майнкрафт. Это уже какая-то хрен знает, какая там по счету серия. Мы продолжаем здесь уже... Смотри, какая хрень. Где? Вот это мне напрягать в последнее время уже начинает. А, опять эта рука. Да, ребят, да, всем да, да. Привет! Всем привет! Привет! И сегодня мы, в общем, будем, да, делать то, что вы просили нас сделать в комментариях. А конкретно, ребят, это мы сегодня сделаем загон для животных и сделаем вообще ферму, так сказать... Еды. Там, кстати, этого, можно, ребят, где-то вот здесь вот прямо намутить. Погоди, для начала надо травку пособирать. Собирай. Вот. Зачем тебе травка? И нам еще нужно, кстати, будет этот, как его называют, ведро, чтобы принести воды. И а травка тебе зачем? И пшеницу тут эти... А, они оттуда вылезают? Да. А, и правда, И правда, ничего себе, Турбо узнал. Блин, фига себе, да я же в Майнкрафте не игрок, я так иногда... Так, иногда, ну знаешь, типа один раз я так иногда захожу. О, тихо. Так, стоп. Так, окей, так, где ты хочешь намутить, чтобы у нас была ферма? Так, слушай, ну я не знаю, я думаю, 9 семян нам погоди не хватит. Вот у меня у тебя сколько? У меня одна есть семена. Два даже. Ну, так, у нас дома еще там 6 лежит. Сейчас я здесь нормально, мы сейчас на это самое намутим. Сейчас мы еще, может быть, насажаем, так скажем. Да, ребят, если надо там что-то, пшеничка, обращайтесь. Все, 14, отлично, пошел я, хорошо, уже домой. Так, друзья, в общем, сейчас нам надо будет намутить где-нибудь, во-первых, и бесконечный источник с водой. Для этого нам нужно ведро. Там, кстати, паук еще живой. Так, а ведро. Так, ведро, где, Турбо, ты купил себе машину? Нет. Да. А, ну да, же с ВАЗ-2106. Так, во, все, я сделал себе ведро, короче. Слушай, надо вот тут вот как-то еще облагородить вот эту вот. То, что у нас здесь спуск в пещеру, надо как-то его заделать. И, знаешь, один такой вход сделать. Так, ну это погоди, это мы сейчас... Ой, все, погоди, блин. Да. Я пойду искупаю. Я делаю бесконечный источник воды, погоди. Сейчас, в общем, вообще, для чего мы, ребят, делаем, так сказать, у нас всю эту тему? Ну, так сказать, с растениями там, ботаника, хераника, ну вы понимаете. Ну. Че, ну? Ну, объясняю. Зачем? Да. Да, ребят, мы просто решили, этот, как вот, сделать загон еще с животными, а чтобы сделать загон с животными, нам нужен этот, пшеница. Да, чтобы их, так сказать, подкупить, чтобы они с нами пришли. Да, чтобы вырастить пшеницу, ребят, нам надо... Так, мне кажется, легче было выровнять, наоборот, вверх, а не вниз почему-то. Мне, кстати, тоже так кажется, это было бы, кстати, логично. Но зато вниз так прикольно. Давай вверх лучше, давай вверх. У нас земли просто нету. Да есть. Столько. А, есть, да, ну давай. Так, друзья, в принципе, у нас уже финишная прямая. Мы уже все заделаем землей. Ой-ой-ой. Так. И... Всё, а теперь кек в том, что нам сейчас, смотри, надо будет, короче, давай вот этому все-таки как-то сделаем, знаешь, как-нибудь. Все-таки. Вот я говорю, здесь как-то. Блин, земли уж нет. Ладно, кек. Короче, смотри, я пошел делать заборы у нас. Сейчас так. Давай, я тут все-таки попробую что-то придумать с этой штукой. Да, ты пока там попробуй как-нибудь выровнять, а я пока чем-нибудь у нас научу с забором. Так, у нас, во-первых, очень мало досок. Короче, я пока что вот так сделал, потом если что еще придумаю. Такой. Так, я думаю, так вот идеально. Ты спустишься, но. Так. Потом разберемся, короче. Так, все. Короче, пошел делать мотыгу, пока что сделаю. Да, а, блин, ты что-то мне еда капец как быстро, вообще еды-то нету, алло. Вот, чётенько. Все, пацаны, чётенько, я тут что-то намутил. У меня, кстати, есть еда, что могу дать. И отлично. Чётенько. Так, все, теперь, значит, здесь скрапываем. Ох, красиво. Не то, что, блин, да. И смотри, и все, и мокренько. Ха. Хорошо, когда мокренько. А по ним ходить можно будет, нет? Я вот на шифте хожу. Не, вообще, так. Просто, не сломать никак. Смотри, уже некоторые помокрели. Я говорю, ой, ё-моё, блин, а то не хватило. Ой, некрасиво, не по фэншую. Я думаю, здесь забор мы делать не будем, я думаю, здесь смысла нет, мы сделаем его на загоне. Здесь, в принципе, можно и так просто. Ну тут да. Блин, нам бы в комнате окно бы не помешало, тут темно как-то. Так, кстати, да, вообще, без окна, как мы живем, как будто в замурованности какой-то. Да. Ну просто не факт, что там будет окно справа, слева, ну ты понял. Всё, господи. Ой, хороший день был. Ты посмотри, какой у нас теперь на улице вет. Покажи. Вообще чётенько. Ох, так, какой нихрена ты мост намутил, здорово. Давай. А вот у нас стекло есть? У тебя ты можешь стекло сделать? Нет, подожди, потом. Ладно, будем в прохладе спать. Нормально так. О, кстати, вообще классный вид у нас прям на всё это. Да, классно. Я старался. Так, друзья, у нас тут... Нет, подушку упал, мне сейчас спина умрет. У нас тут вообще такой, короче, классный вид. Классно вообще все. Смотри, как я снаружи тут все обделал. Видишь так? Ну, более-менее. Да. Смотри, вот здесь вот такой. Вообще не нравится. Ага. О, нихера себе. Неплохо, да? Я сейчас только сейчас заметил. Так это только сейчас и сделал.
Так, погоди, а нам надо еще сейчас факела. Так, факела, чтобы осветить мост. И нам еще надо стекло сделать. Нужен песок. У тебя есть песок? Ребята, вот это мы разжились, конечно. Ё-моё. Вообще четко, слушай, мне нравится, мне нравится. Да, а то мы серьезно, сколько мы тут живем-живем, и мы ничего, блин, не делали. Так а не, ну а смысл, потому что, блин, ну, речка, знаю, на красивая самом деле, же. Мне почему-то кажется, что речку можно сделать и пошире. Пошире, сделать... да, мне тоже кажется. Это какой-то ручеек. Мне кажется, речку пошире да. можно. Ну ладно. И как-то и воды тут мало, надо, чтобы она прям, знаешь, до краев была. Так, ну все, короче, я замутил, я уже заколебался заливать водой. Короче, ребят, у нас есть теперь воду. А что, кстати, блин, а потом, короче, знаешь, как замутим? Мы замутим, короче, под этой рекой стекло. А под стеклом у нас будет, кстати, короче, куча факелов. И у нас будет, короче, подсвечиваемая вода. Ого, ты ни хрена, ты шо, новатор? Я так придумал. Короче, погнали собирать. А я, кстати... А, да, вот одна выросла, погоди. А я, кстати, не помню, а как ее собирать? Правой кнопкой, наверное, не? Не, погоди, может быть, мотыгой или чем? Блин, погоди-ка. Я потерялся. Нет, не мотыгой. О, все, я собрал, пшеница есть. А чем ты ее собрал? Просто руками? Да просто не, мотыгой, ну как бы, скорее всего, просто рукой. Я просто ударил. А вон, вижу. Хорошо, что у нас есть все. Маяк, а то я чуть не потерялся. Да, погнали, короче, этот, искать корову. Сейчас. А, корова где-то у нас прямо вот где гора над нашим домом, там была корова, я прям ее видел. Так, и на забор заделаешь. Давай. Стой. Я пока заготовочку. Да суй ты ее уже туда. Да я есть. Дебилка, да? Да. О-о-о. Погоди. Все. Да-да. Идеально. Ну потом ты это сделаешь там же. Так, все, да. Погоди, сейчас этот. Так а, погоди, топор возьми и, короче, сейчас разрубишь, что вторую загнать. Загони ее сюда! Иди, падла. Да, все. Подожди, я не знаю, где стой, у меня. Стой. Он все, у тебя, все, да? Заборчик. Все, да. А, все, что-то. Все! Ебитесь! Правда, лучше с этой стороны, наверное, сделать дверку. Да все, насрать, погоди. Сейчас, замучу. А у меня нет. Так сделай. Так вот этот, вот дверку поставил. А, ну давай, возьми, у тебя что порта. Подожди, а где это? Еще одна. У тебя? Так раз... Нет, а вот это, ставил. Все. Ага, сейчас так, я... ну все, ребят, у нас, значит, скоро будут... Хе! Они так маленькие сказать... прям будут? Да, да. Четко. А если все, это два пацана? Ребят. Ой, да не, забей, это скорее всего не. А тут типа так и не работает? Тут кто с кем хочет, с тем и это самое. Да, есть что, какая разница? Ну, в любом случае, не нам же это делать. Друзья, вот так, кстати, вот этот уголок, это итог нашей сегодняшней серии. Вот эта стена, вот этот мост, вот этот загон пшеничный. Этот загон. Я там стекло, правда, еще не доделал. А? Я там еще это окно не доделал. Могу сейчас быстро. Да, как-нибудь без записи. Ты пока прощайся, я сейчас быстренько доделаю. У меня тут стекло готовится. Сейчас. А, у тебя стекло есть, что ли? Да, я его готовил. Сейчас все четенько, ребят, сейчас будет прям четко. Я еще пшеницы собрал уже. Ой. Все, четко. Так, все, друзья, как раз таки темнеет. В принципе, я думаю, что конец серии у нас был просто офигенный. Вообще серия просто получилась охрененная. Да, такая ламповая, знаешь, миленькая. Да. Думаю, все, куда-то если ходим, убиваем кого-то. Просто, ребята, обязательно ставьте ловиточку. Вот просто смотри, вот на это можно смотреть просто с своего окна. Это охрененно. Все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналчики. Вот, ребята, вам всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока.